ностальгических нот. На волне позабытых мелодий вместе с вами ночное такси, городских серенад и рапсодий. На дорогах трехцветных огней позабудьте дневные тревоги. Если с вами ночное такси, ничего не случится в дороге. Если с вами ночное такси, ничего не случится в дороге. Ночное такси. Сегодня и всегда с Александром Фруминым. Добрый вам вечер, дорогие друзья. Это программа «Ночное такси» в эфире радиостанции «Шансон-24» и радиостанции «Русский Берлин» на частоте 97,2 МГц FM. И, конечно же, если вы видите нашу студию, расположенную в Санкт-Петербурге, в России, то, значит, вы зрители телевизионного канала «Ночное такси» на YouTube. Канал работает на YouTube уже шестой год. И вот сегодня, по традиции, всегда перед всеми своими эфирами смотрю на счетчик статистики перед тем, как войти в студию прямого эфира. Вот докладываю вам то, что сегодня статистика YouTube показала нам 27 миллионов и 709 тысяч с небольшим зрителем. Зрителей, которые именно к сегодняшнему вечеру посмотрели то, что предлагает для вас студия «Ночное такси». Более 2000 сейчас видео располагается на нашем телевизионном канале. Все они нашего производства. Это основа нашего лицензионного договора с Google по размещению на YouTube, то есть мы размещаем только ту видеопродукцию, которую сами производим. Но поскольку мы снимаем музыку на видео давно, то, естественно, на канале размещены те наши продукты видео, которые мы снимаем, начиная с 1990 года, то есть вот уже 26 год как. Студия «Ночное такси», для тех, кто не знает, существует в России уже 30 лет, с 1985 года. И что касается видео, то мы стали снимать его спустя через 5 лет после открытия нашей продюсерской компании. И вот все наши видео, начиная даже с самых первых, с видео 90-х годов, они все доступны для вас на нашем телевизионном канале на YouTube. Что касается сегодняшних 120 минут эфира, то я думаю, будут довольны поклонники Аркадия Северного мною, поскольку сегодня будут два альбома Аркадия Северного представлены в нашем эфире, и делаю я все это абсолютно специально, преднамеренно, естественно, никакой спонтанности тут нет, поскольку это знают все наши постоянные слушатели и зрители. Всегда в марте и до середины апреля антология Аркадия Северного появляется в эфире нашей программы «Ночное такси». Сделано это специально, потому что это как раз именно то время, когда мы отмечаем даты жизни этого талантливого русского певца. Напомню, Аркадий Северный родился в русском городе Иваново 12 марта 1939 года. Безвременно ушел из жизни в Ленинграде 12 марта. Апреля 1980 года. И поэтому, естественно, и март, и до дня его ухода из жизни, который мы отмечаем каждый год огромным концертом, всегда его альбомы звучат в эфире «Ночного такси». Естественно, я хорошо знаю о этих альбомах, хорошо знаю о том, как создавались эти записи, и, конечно же, стараюсь с максимальной тщательностью рассказывать вам о той музыке Аркадия Северного, которую ставлю в эфир. Наша компания является правообладателем записи Аркадия Северного, начиная с 1994 года, то есть с прошлого века. Уже 22 года издаем мы для вас записи Аркадия Северного. Мы реставрировали за это время более 1300 его произведений и издали огромное количество его записей на цифровых лазерных компакт-дисках. Естественно, эти диски я и представляю в нашем эфире, то есть это как раз то, что доступно на музыкальном рынке для вас, и то, что восстановлено и тщательно реставрировано в студии «Ночное такси», вот, собственно, это и звучит в эфире. И, конечно же, антология приурочена к очередному фестивалю, «Память Аркадия Северного», уже 21-му ежегодному, который состоится на сцене питерского концертного клуба А2 14 апреля этого года. И
Я стараюсь показать как можно больше его музыки. Конечно, я специально не показываю только Аркадия Северного в «Ночном такси» вот в этот месяц, который остался до фестиваля, поскольку я показываю и музыку молодых музыкантов, тех ребят, которые и девчат, да, которые приедут к нам и будут участвовать в очередном фестивале «Память Аркадия Северного». Естественно, я всегда показываю новинки, которые мы издаем для вас, но подчеркиваю, обязательно в приоритете для программы «Ночной такси» показ именно антологии альбомов Аркадия Северного, и именно вот в эти дни, именно до нашей даты, до 14 апреля в этом году, когда мы будем проводить очередной фестиваль его памяти. Ну, такая преамбула, теперь будет гораздо больше музыки, чем какой-либо информации о чем-либо, кроме, конечно, тех альбомов, которые я покажу. Я всегда стараюсь представить именно те альбомы, которые, на мой взгляд, являются очень знаковыми в творчестве Аркадия Северного. Подчеркиваю, всего известно чуть более 100 его концертов. Тогда это так называлось, записанных на пленку. Хотя официально Аркадий Северный концертов давать не мог, поскольку он не был профессиональным артистом, не был музыкантом какой-либо филармонии, и поэтому по правилам Советского Союза он не имел права на какие-либо выступления. И, естественно, все эти записи являли собой определенного рода подготовленные программы. Все это организовывалось коллекционерами именно специально с целью записи на магнитную ленту и распространения вот этой неподцензурной, нелегальной музыки по территории Советского Союза. Я сегодня буду показывать в первом часе, второй час я начну, конечно, с другим альбомом, а вот в первом часе «Ночного такси» я буду показывать вам альбом Аркадия Северного с ансамблем «Абертон». И думаю, что это будет для вас весьма и весьма интересно, потому что очень многие наши слушатели, сколько лет я представляю записи Аркадия Северного в эфире, ко мне обращались с таким весьма и весьма философским культурологическим вопросом. Не кажется ли вам, Александр Фрумин, как комментатору, продюсеру, журналисту, да, который, в общем, занимается музыкой, любит ее и знает о ней много, что Аркадий Северный специально играл некую музыку ретро в 70-е годы, как бы искусственно делая это, когда такой музыки, в общем-то, не было уже на эстраде. И вот это ретро было как бы кредо Аркадия Северного. Ну, я, на самом деле, изучил всю эту огромную фонотеку в процессе ее издания. Сам отслушал, подчеркиваю, каждую магнитную ленту и участвовал в мастеринге практически всех фонограмм сам. Поэтому я очень хорошо знаю, что сам Аркадий Северный говорил на эту тему. Поэтому вот сегодня трансляции в первом часе его записи с питерским ансамблем «Абертон», я как раз и постараюсь развеять именно то предубеждение многих современных слушателей Аркадия Северного, что он играл только музыку ретро, поскольку ансамбль «Абертон» весьма современная для второй половины 70-х годов питерская виа, то есть вот так и называлась, вокально-инструментальный ансамбль, такая была модная форма для эстрадных групп тогда, и сегодня я с удовольствием покажу тот альбом, который, собственно, был записан с «Абертоном», реставрирован и нами, естественно, издан. Я начну сейчас с композиции, которая носит название «Я почти знаменит». Это трек номер 2. Ставит Аркадий, мой сын, этот трек. И буду рассказывать о том, как создавалась эта запись. Что касается второго часа программы, то я, конечно, буду показывать другой альбом, о чем скажу в финале этого часа. Как хорошо, что ты сейчас со мной. Как хорошо, что водка и деньги есть. Как хорошо, когда всегда стоит. Когда и я почти что знаменит. Но если вдруг ты скажешь мне гудбай, тогда пеняй, пеняй ты на себя. А уж потом, когда ты все поймешь, тогда меня к себе уж не вернешь. Забуду тебя, тебя, тебя забуду навсегда.
уходя от меня, и будешь даже звать, а на тебя мне будет наплевать. Как хорошо, что ты сейчас сидишь, как хорошо, все время ты молчишь. Как хорошо, когда вино стоит, тогда и я почти что знаменит. Дорогие друзья, это программа «Ночной такси» в эфире радиостанции «Шансон-24» и в эфире радиостанции «Русский Берлин» на 97,2 МГц FM, естественно, в столице Федеративной Республики Германии. Сегодня я продолжаю антологию альбомов Аркадия Северного, и сегодня показываю альбом, который носит название «Концерт с ансамблем Абертон». Ну, его по-разному на самом деле называли коллекционеры, поскольку тогда же, как говорится, вольница была вполне себе на магнитофонном рынке. Конечно, поэтому иногда его называли этот альбом как раз вот по той композиции, которая сейчас прозвучала в эфире. Она носит название «Я почти знаменит». Но на самом деле за протяжение, вернее, на протяжении вот тех огромных лет, когда эта запись была сделана, была она сделана в Ленинграде в 1977 году, то, вне всякого сомнения, есть композиция. Вот мой сынок сейчас поставит трек номер 2, которая фактически стала на протяжении вот этого большого количества лет визитной карточкой этого альбома. Это была очень известная песня, которую сейчас я поставлю в эфир с некоторой преамбулой. Значит, ну, во-первых, я специально поставил сегодня этот альбом в эфир, отвечая вот на вопрос, о чем я сказал в прошлом включении, тех людей, которые говорили о том, что Аркадий Северный — это ретро-исполнитель для своих 70-х годов, тогда, когда он этим занимался. Нет, я считаю, и есть и, собственно, слова самого Аркадия Северного об этом, что он не занимался специально какой-либо ретро-музыкой, и именно альбом с ансамблем «Абертон», то есть вполне современным «Виа» второй половины 70-х годов, это как раз подтверждение именно этого. Это современный ансамбль для того времени. Здесь играет электроорган. Здесь, естественно, работает только в электричестве. То есть это, естественно, и электрогитара соло, и электрогитара, играющая аккомпанемент, ритм, вне всякого сомнения, конечно, никакого контрабаса, а бас-гитара, хорошие, ударные, все это очень неплохо по тому времени было озвучено, и все это очень неплохо было подготовлено для его записи. Вообще, на самом деле, с ансамблем «Абертон» существуют две пленки, они наверняка есть у кого-то из коллекционеров, так сказать, в оригинальном варианте, но вот в нашу коллекцию в свое время были включены именно те записи, которые коллекционеры сделали в качестве компиляции. То есть я могу точно совершенно сказать, что большая часть здесь включена, но это не все, что было записано Аркадием Северным именно вот с этим вокально-инструментальным ансамблем. Это, конечно, меньше. Всего это 24 произведения здесь у нас присутствуют, и они, эти произведения, являются собой компиляцию из двух концертов, которые были записаны с Абертоном в Ленинграде. Вообще, планировалась довольно серьезная работа с этим коллективом, но, к сожалению, с тем коллекционером, который организовывал тогда эти записи, с Владимиром Набокой, вышел конфликт у Аркадия Северного, и конфликт довольно серьезный. То есть были различные
так сказать, толкование того, что там произошло. Я не сторонник пересказывать какие-либо слухи в эфире. То, что знаю, рассказываю именно в той степени, как знаю. Но, во всяком случае, конфликт был довольно серьезный. И после вот этих двух концертов, которые были, кстати, очень неплохо и очень тщательно записаны на пленку и получили очень достойное распространение в Советском Союзе, больше с Абертоном Аркадий Северный не встречался. И как раз-таки в 1977 году были первые его весьма успешные записи на юге тогдашнего Советского Союза. То есть это были записи, которые были сделаны в Одессе, в Херсоне. И они, в общем, как раз больше известны именно как записи того периода. Но, однако же, запись с Абертоном интересна именно тем, собственно, на чем я акцентирую ваше внимание, что это достаточно современная музыка, достаточно современная аранжировка. И, конечно же, музыканты профессиональные, это не любители, музыканты, которые вели и сольную карьеру именно как вокально-инструментальный коллектив. И поэтому здесь получилось все очень и очень современно относительно времени этой записи. Ну, сейчас нам пришло время послушать ту композицию, которая стала, она не планировалась, а просто стала за вот эти годы визитной карточкой работы Аркадия Северного с Абертоном. Это композиция, которая носит название «Сигарета Прима». Мы будем сейчас слушать две песни сразу, соответственно, «Сигарета Прима» и сразу следом знаменитая композиция «Садик я осадила». Это Аркадий Северный и коллектив «Абертон» из Питера. Что-то сигарета гаснет, что-то так меня тревожит. И не вспоминает кто-то, и не проклинает может. А может, это ты, тоскуя, под окнами проходишь мимо. И коробку спичек жуя, на три сигареты Прима. Ушел на сердце с камнем, что сильнее, чем от удара. От тебя ушел на ветвье, и себя нашел в гитару. С ней я по свету шляюсь, где попутный ветер носит. И пред ней я преклоняюсь, хоть она того не просит. Дым, кольцами, облака. Русская народная песня «Сама садик я садила, сама буду поливать». Сама садик я садила, сама буду поливать. Сама милого любила, сама буду забывать. А что это за садочек, за зеленый? За мальчишка, а я бессовестный такой. Ух!
сердца, не плачь, девица, душа. Только призыв я отбуду, возьму замуж за себя. Ну, как вы поняли, во второй композиции Аркадий Северный выступал в качестве конферансье, а пел солист группы «Обертон». Еще интересно то, что вот «Сигарета Прима» получила такую большую известность в середине 80-х годов, то есть через десятилетие после записи, и получила она известность на просторах Советского Союза именно благодаря Михаилу Шуфутинскому. Михаил Шуфутинский очень любил эту песню, он ее играл длительное время в ресторане в Америке, когда, собственно, запел в России, как вы знаете. Михаил Шуфутинский не пел, он работал художественным руководителем ансамбля «Лейся песня», а вот в Америке запел, как он сам говорил, просто от необходимости, от вынужденности самому стать вокалистом, хотя ему это дело долгое время не нравилось, именно то, что касается его собственного вокала, не нравилось. И он, зная репертуар Северного, играл в ресторане «Сигарету Прима» с оркестром «Атаман». И когда в 1987 году он делал презентационную кассету. Кстати, вот что интересно, что эта кассета по сей день не переиздана в качестве лазерного диска, что удивительно, я даже вот никак не могу понять. Я спросил Михаила Шуфутинского, с которым хорошо знаком, почему же, собственно говоря, все альбомы тех лет вышли, а этот нет. Он сказал мне: Саша, потому что он маленький. А в идеале это было рассчитано для того, чтобы привлекать публику и, как сейчас бы сказали, корпоративных заказчиков для прослушивания оркестра «Атаман». На одной половине этой кассеты Шуфутинский поет сам, и это где-то порядка 20 минут, не более, 20 минут, по-моему. А вот на второй поет солист ансамбля, и причем, что самое интересное, что солист «Атамана» поет на самых разных языках. Это и от английского, в общем, до узбекского. И, как смеялся сам Шуфутинский, давая мне интервью, во всех тональностях для всех национальностей. И поэтому Шуфутинский, даже вот невзирая на то, что все его американские записи были изданы, альбом, который в его дискографии называется «Атаман 2», не отдал на переиздание по сей день. Хотя, подчеркиваю, он был записан в 1987 году. И вот там бесподобное совершенно исполнение Шуфутинским «Сигареты Прима». Это публика заметила в магнитоиздате тогдашнем, и поэтому многие артисты эту композицию исполнили гораздо позже. Есть даже запись Кати Огонек, где в дуэте с Виктором Королевым она поет свою версию этой композиции, и все это было сделано уже в конце 90-х годов, то есть, наверное, лет где-то через 13-14 после того, как эта композиция была записана Шуфутинским. Ну вот, на самом деле, вы послушали сейчас первоисточник, который Михаил Шуфутинский использовал для, собственно, создания своей версии. Также с ансамблем «Обертон» были записаны, конечно, и вполне себе традиционные композиции, но в очень оригинальных версиях, поэтому я сегодня приготовил их специально для этого эфира антологии Аркадия Северного. Конечно, я эти песни показывал в самое разное время и в гораздо более известных традиционных версиях, чем здесь, но зато коллекционеры версии, я думаю, будут мной довольны. Во-первых, сыночек, ты ставишь трек номер 8, и сразу следом за ним, без какого-либо комментарии с моей стороны, пойдет, соответственно, трек номер 9. Так вот, трек номер 8 – это знаменитейшее произведение, которое носит название «Гром прогремел». И, конечно же, оно из кинофильма «Интервенция», который был снят в 1968 году замечательным режиссером. Я имел честь быть знакомым с ним, с Геннадием. Не с, а, конечно, это я был знаком с Геннадием Полокой, а вообще, так сказать, Геннадий Полока сделал и бесподобную «Республику Шкит», и сделал, конечно, «Интервенцию». Я всегда с удовольствием показываю композицию оттуда, потому что эта композиция, вне всякого сомнения, достойна того, чтобы появляться в эфире часто, и при этом у нее своя история. Я думаю, что два слова будем сказать надо, потому что «Гром прогремел», «Заляться идет», «Губернский розыск», рассылает телеграммы. Вам кажется, что это народная композиция, а вот на самом деле нет. В свое время Геннадий Полока поставил задачу перед Владимиром Высоцким, который сочинял
музыку для интервенции, сделать песню «Одесских бандитов», которую в картине, в отличие от деревянных бушлатов, исполняет не Высоцкий, а исполняет замечательный актер нашего питерского большого драматического театра, конечно же, Ефим Капелян, который там играет одного из самых главных одесских бандитов. И Высоцкого, естественно, задача эта заинтересовала, потому что, конечно, к 1968 году у него было много уже песен написано на всякие криминальные темы. Не зря Геннадий Палука просил его сделать еще одну, но у него песни никак не получалось. И он стал у одесситов, а часть картины действительно снималась в Одессе, спрашивать, а какие-нибудь, ну, песни вот той поры, гражданской войны, может быть, попозже, 20-х годов, может, раньше есть, которые пели бы одесские уголовники. И ему показали вот эту песню «Гром прогремел, заляться идет», но при этом, на самом деле, как утверждал Высоцкий, и это подтверждали многие, кто участвовал в съемках, в частности, Валерий Золотухин тоже, что вот старые пожилые люди, да, вот из криминального одесского мира, которые общались с ними и дали, собственно, в каком-то вот рукописном сборнике первый куплет этой песни, говорили о том, что вообще одесские бандиты не хотели, чтобы эту песню пел кто-то кроме них. И поэтому даже они в современное, в советское время, да, 68-й год стоял на дворе, не могут предоставить больше, чем один куплет. Вот такая легенда. И Владимир Высоцкий, получив этот куплет первый, решил по просьбе режиссера, собственно, дописать дальше сам. Поэтому в российском авторском обществе вот эта композиция «Гром прогремел», она записана на автора стихов и музыки Владимира Семеновича Высоцкого. Потому что действительно он приложил к этому немало усилий, но Высоцкий всегда говорил, что он себя считает только соавтором этой композиции. Ну, а что касается второй песни, которая пойдет следом за этим «Гром», который сейчас вновь прогремит в нашем эфире, но это знаменит 7:40, я показывал вам его неделю назад, но показывал в гораздо более ранней версии, и в этой студии в гостях у меня же побывал некоторое время назад, и, собственно, Рудольф Израильевич Фукс, который сочинил эти стихи на еврейскую танцевальную народную мелодию танца «Фрейлекс», и рассказывал, собственно говоря, кто приедет и когда, и, собственно, почему все его встречают. Ну вот сейчас 7:40 прозвучит в одной из версий с аранжировкой ансамбля «Абертон». Слушаем. Гром прогремел, заляция идет, губерний розыск рассылает телеграммы, что вся Одесса переполнена зворами, и что настал критический момент, что заедает темный алимент, а сладкий тот начальщик грустят. Во всех притонах пьют не день, а отраву. Во всех не города убийства и облавы. Они приказ дают идти в опал и применить запасный вариант. Идет, идет себе в обход, губерний розыск рассылает телеграммы, что наступил критический момент, что заедает темный элемент, а я в ответ даю такой совет. Имейте каплю уважения к этой драме, четыре сбору ваших нет, поднеси маме расклад не тот. И этот номер не пройдет. Гром прогремел, изоляция идет, губерний розыск рассылает телеграммы, что вся Одесса переполнена зворами. Что настал критический момент, что заедает темный элемент. Славный наш одесский паровоз ведет с собой
вагон, ведет с собой вагон, набитыми ливнями, как у сена волос. Он выйдет из вагона, пройдется вдоль перрона, на голове его роскошный пчелок. Почти в глазах зеленых на восток горит одесский огонек. На двор 740 он подъедет, 740 он подъедет на старый, на славный Хантестелдор. Он выйдет из вагона, пройдется вдоль тихона, на голове его роскошный петлок. Почти в глазах зеленых на восток горит одесский огонек. Сами все отбило, поезд не приехал. Нет его на село, вот мы все равно дождемся. Мы все равно дождемся, даже если опоздать и на целый год. Ой, он выйдет из выхода, придется вдоль вапирона, на голове распустит котелок. Почти в глазах зеленых на восток горит одесский огонек. Если с вами ночное такси, ничего не случится в дороге. В особенности музыкантам удалась чудесная мелодия «Шалом алейхем», которая, не знаю, как сейчас, а раньше, когда-то, в те годы, когда все это записывалось, являлась визитной карточкой государственной радиостанции Израиля «Голос Израиля», которая, кстати, обещала и на русском языке. Вот это как раз они использовали в качестве дополнения к знаменитой мелодии Фрелекса. Таким путем, собственно, появился 740, который только что отзвучал в нашем эфире в исполнении Аркадия Северного и при аккомпанементе ансамбля «Абертон». Именно записи с этим коллективом сегодня показываю я в эфире программы «Ночное такси». Вы по-прежнему настроены на радиостанцию «Шансон-24» и на радиостанцию «Русский Берлин» на частоту 97,2 МГц FM в столице Федеративной Республики Германии. Я показываю еще две композиции сейчас, и могу сказать, что в следующем часе я, естественно, буду антологию Аркадия Северного продолжать. Пришло время начинать показывать вам его одесские записи, и я в обязательном порядке это сделаю в следующем часе, и думаю, что те, кто знают одесские записи Аркадия Северного, будут мной довольны, поскольку я покажу то, что в эфире не показывал очень-очень много лет. Сейчас, сынок, ты ставишь трек номер 13 и трек номер 14, ну вот в этом концерте с Абертоном была такая открыта специально женская тема, и, конечно же, не нуждающаяся ни в каких комментариях Мурка, вот в такой достаточно современной версии Свиа, подчеркиваю, Абертон, да, чтобы никто это не посчитал за ретро, будет в нашем эфире. Ну, а следом еще одна женская песня, которая душевно называется «Манька». Прибыла в Одессу банда с Ленинграда. В банде были урки и шулера. Банда занималась темными делами, а за ней следила купчика. Эх, Мурка, мур-мур-мурёночек, Мурка, ты мой котёночек. Мурка, Маруська Климова, прости, любимого. Эх, Мурка, мур-мур-мурёночек, Мурка, ты мой котёночек. Мурка, Маруська Климова, прости, любимого. Речь держала баба свои Мурка, хитрая и смелая была, даже злые урки и те боялись Мурки, воровскую жизнь она вела. Вот прошли кровать, тыри и облавы, много стало наших попадать.
как узнать скорее, кто же стал легавым, чтобы за измену покаять. Эх, Мурка, мур-мур-муреночек, Мурка, ты мой котеночек, Мурка, Маруська Климова, прости, любимого. Кто чего узнает, кто чего услышит, нам тогда не следует зевать. Не спускай под пыли и на рек оширит, пистолет оставить пусть лежит. Как-то в Мосноделу выпить захотелось, мы зашли в шикарный ресторан. Вижу в зале бары, там танцует пар, Мурка и какой-то юный пран. Эх, Мурка, мур-мур-муреночек, Мурка, ты мой котеночек, Мурка, Маруська Климова, прости, любимого. Слушай, в чем же дело, что ты не имела, разве я тебя не одевал? Кольца и браслеты, юбки и жилеты, разве я тебе не даровал? Мурка, мур-мур-муреночек, Мурка, ты мой котеночек, Мурка, Маруська Климова, любимого. Здравствуй, моя Мурка, и прощай. Ты зашухила всю нашу малину, так за это пулю получай. Эх, Мурка, мур-мур-муреночек, Мурка, ты мой котеночек, Мурка, Маруська Климова, прости. Моне старой полушубки пулю в задочек. И что вы думаете? Я встречаю Майку. Золотые ботинки. Как-то по проспекту с Майкой я гулял. Фонарик на полсвета дорожку освещал. И чтоб было весело, нам с тобой идти. Кабачок, пичули, решили мы зайти. Захожу в пивную, сидю да я за стол. И бросаю пик, прям я на стол. Прошиваю майку, что ж ты будешь пить? А она не зашаривает, голова болит. Ой, ляпы мне на мозге, что у тебя болит? Я ж тебе спрашиваю, что ж ты будешь пить? Дезинское пиво, самогон вино, душистую фиалку, а ли ничего? We'll be right back.
тревожный и через дождь. Красивее пара не дай-ка не найдешь. Дружба мне застыла, я сейчас уйду. И таки на Дерибасовской я дурочку найду. Попал спать, с мальчей я гулял, фонариком полсмен, дорожку освещал. И что было весело, с мальчином идти, Кабачок и Тюли решили мы зайти. Если с вами ночное такси, ничего не случится в дороге. У нас есть телефонный звонок. Напомню, что сегодня в антологии альбомов Аркадия Северного, которую я представляю вам в преддверии очередного концерта, уже 21-го, кстати, ежегодного его памяти, который произойдет в Питере 14 апреля этого года, сегодня альбом с ансамблем «Абертон». У нас есть телефонный звонок, и сейчас мы узнаем, кто же к нам в эфир выйдет. Здравствуйте. Да, доброй ночи, Александр Викторович. Да. Да-да. Александр Цаплин. Да? Постоянно, да, вот. Молодец. Так сказать, всегда не оставляет нас своим вниманием. Я там, кстати, на сайте оставил же в гостевой книге ответ Александра Цаплина на ваше письмо, на ваш пост. Это было дело, да, сегодня. Да-да-да. Вот. Александр, хочу спросить, вот, а вообще было один концерт или два концерта с Абертоном? Было два концерта с Абертоном, но дело в том, что поскольку очень серьезно переругались они там между собой, Аркадий Северный и непосредственно Набока, который организовал эти концерты, вот, и была проблема с оригиналами. Ну, то есть Набока вообще, он говорил, что Аркадий Северный, он жил у него дома какое-то время, забрал якобы эти оригиналы, и, в общем, они у него там где-то пропали. Хотя нас, я помню, да. Да, это такой довольно был известный скандал, и коллекционеры знали это, ну и в те годы, да, в конце 70-х, там, в начале 80-х, вот, других записей не было. Но вообще Набоков утверждал, что он два раза записывал. У нас в коллекции, я же об этом неоднократно говорил, те фонограммы, которые были сделаны Николаем Рыжковым. Вот как раз вот эти, это именно рыжковские фонограммы. Та катушка, вот оригинал, который мы используем для восстановления, для издания этого двойного компакт-диска, это как раз именно полностью 90 минут, которые были записаны. И мы знали о том, что это компиляция из двух концертов. А вот да, более, вот, а вот более подробно я ничего не могу сказать, потому что вот что получил я из коллекции Николая Ивановича, то, в общем, и реставрировал, и издал. Ну, да, потому что это была более полная версия. Да, конечно, конечно. Но вообще говорили, что было два концерта по 60 минут почему-то. Именно так они у меня и, ну, да, присутствуют. И, в общем, ваша версия, Александр Викторович, есть и оранжевая такая. Да, но вот наша версия, она вот, собственно, 45 плюс 45 минут. Да. А вот оригинальные были по 60, и, к сожалению, мне они, вот сколько лет я занимаюсь этим делом, мне они не встречались в хорошем качестве, потому что, на самом деле, я, конечно, много очень перебрал, честно могу сказать, вариантов, в том числе и для вот издания с Абертоном, но вот вариант, который приобретался из коллекции, я рассказывал, да, что она была, эта коллекция, приобретена уже у человека, который ее приобретал после ухода Николая Ивановича из жизни безвременного. Вот. И мне она, эта коллекция, досталась практически полностью. И потом уже, позже этого, я докупал у друга его, тоже авиационного человека и живущего в авиагородке, Николая Корниенко. Вот. И часть коллекции это Корниенко. Вот то, что мы установим. Причем на самом деле и та, и другая, она очень хорошая коллекция по техническому качеству. А вот когда мне встречалось что-то другое, ну, то, что ходило в копиях и в кооперативы звукозаписи, потом попало, когда это все стало можно после 85-го года, то, откровенно говоря, вот качество похожего на коллекции Рыжкова и Корниенко я не встречал. Там хорошие аппараты работали.
Ну, они мне утверждали, вот, во всяком случае, они, это я подразумеваю, и Сергея Ивановича Маклакова, с которым я очень хорошо знаком, хотя у него я только гитарные концерты забирал акустически, и Николай Иванович, собственно, Корниенко, да, я же приезжал к нему, там, в авиагородок, даже могу сказать, когда это было 15 лет назад, в 2000 году, и выкупил у него довольно много, в том числе, кстати, и концертов, которые не он писал, а которые писали Катышевский, Ярусланов, и он мне честно сказал: «Саша, вот это все первые копии». Вот то, что вы видите, он честно сказал, потому что сейчас мне, говорит, это уже не нужно, к тому же вы этим занимаетесь, я не могу это уже там как-то реализовать, поэтому вот это первые копии. Я говорю, а, собственно, у Рожковской коллекции, так сказать, какая судьба с точки зрения копий? Он говорит, это тоже, говорит, первые копии. Тогда я совершенно справедливо задавал вопрос, а где же оригинал? Ну, также честно, опытный косарь, как его называли, как, вернее, их называли в то время, и Маклаков, и Корниенко, мне честно говорили, что не верьте вообще, что первые копии сохранились, потому что, да, они были у нас в руках, но прогон с мастер-машины, ну, как бы откуда они, собственно, копировали все это, да, практически убил эти оригиналы. Ну, то есть их, в общем, не осталось. И поэтому вот первые копии, которые у нас сохранились, сделаны как бы для себя, это самый лучший вариант Аркадия Северного, который остался в 70-х годах. Ну, так они мне рассказывали. Вот, конечно, я могу здесь в данном случае говорить только то, что я знаю доподлинно. Но я знаю еще одну интересную историю, если говорить вот о том, ну, какие оригиналы были оригиналами, я же понимаю смысл вопроса коллекционера Александра Цаплина, да? Значит, у меня точно была встреча с оригиналом одна, которая происходила при том, что его принес к нам на студию Владимир Тихомиров. И хотя, когда мы познакомились с Володей Тихомировым через, естественно, Николая Рязанова, Тихомиров, конечно, не занимался уже давно музыкой. Вот, и очень милый человек, конечно, был. И, в общем, жалко очень, что он так нелепо ушел из жизни. Совсем, в общем-то, не старым. Он же ушел из жизни не так давно от пожара. Он заснул сигаретой и сгорел. Ну, мы знаем, да. В квартире, да. Он приходил к нам на студию, было с ним интервью в эфире, я дарил ему эти компакт-диски, то есть он был у меня в гостях уже, это был конец, ну, как-то, нет, неправильно, не конец, неверно я говорю, это была середина 90-х годов, мы познакомились с ним в 95-м году после издания концерта с ансамблем «Химик», запись которого, в общем-то, он организовал. То есть я его вот в 95-м, не в 94-м, когда мы сделали первые выпуски «Северного», а именно вот в 95-м я с ним познакомился. И Володя Тихомиров, когда послушал запись с ансамблем «Химик», изданную на компакт-диске, она очень удался, это диск, потому что и наш звукорежиссер бесподобно поработал совершенно, Андрей Грикалов, и мы поработали со Славой Распоповым, втроем мы делали мастеринг, это была именно первая часть «Химика», которую мы печатали еще в Швеции, на шведском заводе. Кстати, я читал сегодня на сайте вот у вас, да, да, вот. Ну да. И, в общем, идея в том, что, ну, это действительно здорово звучало, хотя, конечно, это была запись от Рыжкова, и я точно, конечно, знал, что и подтвердил потом Корниенко, да, что, конечно, это копия, ну, первая от «Голоса». Ну, вот, и он получил от меня компакт в подарок. И он мне говорит: «Саша, ну слушай, это же я организовал запись «Химиком». И первую, и вторую. Но у меня лежит эта катушка. Да, мы с нее там все время копировали, косили, как тогда это говорили. Но она у меня есть. Давай я тебе ее подарю. Может быть, ты сделаешь еще, так сказать, вариант». Ну, вот. Ну, я ему говорю, что да, никакой проблемы нету, но вряд ли получится лучше. И вот я вручил ему компакт-диск, у него там была хорошая аппаратура, был хороший лазерный плеер, даже вот в те годы, там, 20 лет назад. Он, в общем, музыку любил, но как бы не записывал ее уже, вот как когда-то в годы там дружбы с Северным, с Рязановым, с Маклаковым. Вот. И он, значит, забрал компакт-диск, послушал сначала на студии у нас, потом дома, позвонил мне, как обещал, на следующий день, и говорит: «Саша, я приношу свои извинения за это предложение, потому что я послушал оригинал, ну, уже, конечно, подзатертый, но точно с «Голоса», вот, вот именно оригинал, да, 78-го года, когда они в марте 78-го вот, писали эти концерты, и говорит: «Саша, я понял, что твоя студия делает чудеса». Потому что он хотел отдать просто ее, пожалуйста, говорит, ну сделайте заново, но я писал, вот я жив еще, вот я Тихомиров, да. И он, когда послушал, включил в ту же систему, в тот же, так сказать, усилитель, магнитофон бобинный 19-й скорости, и он говорит: «Да, Саша, действительно, то есть, в общем, не надо».
чтобы я это вам отдал, не надо, чтобы вы это дело переделали. У вас Аркадий Северный с копией получился лучше, чем, вот, собственно, был оригинал. Ну, это, хорошо, это я рассказываю со слов исключительно Тихомирова, потому что тут я ничего не могу сказать, кроме того, что я вот это знаю. Ну, это я всегда смеюсь, это, конечно, почему-то регулярно мне об этом докладывает Миша Дюков, мой друг, что всякие, значит, северомеды там ругаются, в частности, и на меня лично, это я так с юмором уже говорю, ну, не всегда ругаются, но бывает, что ругаются на какие-то сайты, где изучают старую музыку, там, в частности, северную, что вот что-то не так, я не знаю, по звуку там, или по количеству треков, или по конференции. Я всегда смеюсь об этом в эфире, когда рассказываю, поскольку я рассказываю в эфире об этом уже 20 лет, и больше 20 лет издаю эти альбомы, что на самом деле люди просто должны не работать троллями, да, тем более, что меня троллить невозможно. А вот, я просто смеюсь об этом, рассказывая, что вот мы действительно все, что в наших силах для того, чтобы это отдать людям в современном качестве, я имею в виду и реставрацию, и подборку этих альбомов, то есть мы же старались наоборот и стараемся по сей день все, что вот сохранилось, отдать людям. Мы это делаем, и, спасибо Бог, никто не должен думать, что в принципе здесь, во-первых, есть какое-то желание какую-то корректуру внести. Ну, вот. Во-вторых, надо понимать, что у нас действительно в руках первые копии от голоса. Ну, так сложилось в силу того, что мы этим профессионально и несколько десятилетий занимаемся. Конечно, где-то могут быть копии не хуже, но я не думаю, что они лучше. Я вот в этом смысле не ругаю какие-то копии в других коллекциях, там люди тоже с эквалайзерами сидели. Да, это же понятное дело, что, так сказать, нельзя сказать, что ты как бы совершенно идеален, но я могу сказать, что вот когда мы берем это, и с точки зрения, собственно, самих концертов, да, то есть их подборки, конференц, который там был, и с точки зрения уже реставрации, которую мы делаем действительно на самом передовом оборудовании, и постоянно занимаемся этим. Мы же ведь и переиздания делаем сейчас каждый год, действительно понимая, что это нужно людям, что это мост времен в ту музыку, что надо, чтобы и современное поколение любящих городскую песню и шансон по-русски, так сказать, знало, как это звучит, но мы, подчеркиваю, все равно точно говорим о том, что может быть есть, так сказать, и не хуже, чем у нас, но вот лучше, скромно скажу, я это навряд ли. Ну, тем более, естественно, после работы наших звукорежиссеров и мощнейшего комплекта оборудования Apple. Саша, у нас осталось немного времени в этом часе, я вынужден попрощаться, благодарю вас за звонок, я, в общем, не сомневался, что вы дозвонитесь до нас. Ну, если я не на работе, то я всегда вам звоню, Александр Викторович, ты понимаешь, да? Да, и так продолжается, в общем, довольно с продолжительного времени, да, с 1997-го, да, ведь с 97-го года, да? Не 6-го. С 97-го, Саша, вы слушаете, да, нас? Вы же мне писали на сайте, да? По-моему, с 97-го года, да? То есть в следующем году будет 20 лет, как вы слушаете «Ночной такси». Хорошо, спасибо. В следующем часе тоже будет очень хорошая музыка Аркадия Северного. Я думаю, что она вам тоже будет интересна. Спасибо Александру Цаплину. Спасибо. Спасибо. И Аркадий Александрович, у нас сколько осталось времени? 7 минут, да? А, ну, дело в том, что мы работаем строго с точки зрения соблюдения, так сказать, хронометража, поэтому я приготовил с первого диска этого комплекта трек, который носит название номер 3. Это первый диск, да? Потому что в комплекте наших CD два компакт-диска, я имею в виду с альбомом «Абертон». Значит, это как раз я приготовил на финал этого часа, поскольку мы начали говорить о современных ритмах, в которых, в том числе в современных ритмах того времени, мог работать Аркадий Северный, и я приготовил именно эту композицию специально для финала часа. Она так и называется «Современный ритм». Как говорят критики моего таланта, я не уделяю внимания современным ритмам. Сейчас, так и вы в этом убедитесь, что это не так. Вот 2 года я уже в тюрьме, что-то не идет никто ко мне. Все же человек, я как-никак, и осколки выручает только рак, а враг. Everybody, hey, ho, rock, I'm
наконец они ко мне пришли. Говорят, теперь свободны вы. Попрощаться не успел никак. Всех камер носил только рак. Эллак! Эллибубэль! Рев тромбон и седьмой вопль саксофон. Провожали все друзья вот так. Из всех камер носился только рак. Эх, падла, буду рак. Эллак, Билли Халлерак. Я стою, вспоминаю только про тюрьму. Все звучали как-никак. Он нам набивал этот рак. Рак, 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 это был гей. Рак, 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 это был гей. Рак, 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 это был гей. Бук, 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 это был гей. Рак, 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 это был гей. Бук, 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 бук. Ностальгических нот, на волне позабытых мелодий, вместе с вами ночное такси, городских серенад и рапсодий, на дорогах трехцветных огней, позабудьте дневные тревоги. Если с вами ночное такси, ничего не случится в дороге. Если с вами ночное такси, ничего не случится в дороге. Ночное такси. Сегодня и всегда с Александром Фруминым.